Горячо приветствую вас, дорогие зрители, на втором матче на сегодня, где встретится команда X-Qual и Playing Esports, и первая карта между этими командами будет сыграна «Буря в пустыне». Плейнги за последнее время довольно часто играли тоже эту карту, и, в принципе, по-моему, процентаж составляет 100% побед на этой карте. Если я не прав, ребят, поправьте, пожалуйста. Но вот сколько помню, так у всех соперников они эту карту выигрывали. Ну, посмотрим, что случится на этот раз. Как по мне, плейнги опять же здесь выступают в роли фаворит. В очень неплохой ход они уже, в принципе, набрали по ходу сезона этого. Но вот X-Qual'ов очень симпатичная команда. Пришел Кипс. После того, как его команда 5 Chainz, к сожалению, не прошла во второй круг, Кипс все-таки отсоединился от коллектива, пришел на хелпу к команде X-Qual, и вместе с этой командой будет уже пробовать попасть в заветную, так скажем, в заветное число лидеров, которые будут бороться уже в сетке плей-офф. Но до плей-офф еще надо дойти, долететь, добежать, доскакать, не знаю. Ну и посмотрим, кто здесь все-таки выиграет. Как по мне, это будет примерно, ну, что-то в районе 10-5, ну, 10-4, возможно, для команды Playing Esports. Ну, могу ошибаться. Так, ПБ-карта. Ребятам я, к сожалению, да, не написал сразу. Кузы все-таки приходит, и мы с приходом Кузы готовы начинать эту карту. Ну, поехали. Удачи командам. Вам приятного просмотра, в первую очередь, дорогие зрители ВКонтакте и Ютуба. Ну и мы начинаем. Так, ставки закрываю. Так, ставки закрыты. Начало миссии. Ну и поехали. Первый раунд. Слава богу, без краша и без всяких эксцессов. У нас поехали. Эдмайер со второго этажа играет. Кипс мидл. Роуз под первым этажом, Спарс агрессивный мидл, Куза агрессивный лонг. От лоса энтрифраг имеется, хотя, казалось бы, Куза вроде неплохо начал спреить, снял 49 хп лосу, но все-таки первый минус за командой Playing Esports. Смотрим дальше. Пока что плейнги в преимуществе одного игрока, это, конечно же, несомненный бонус для них. Ну и будем смотреть, как они этот бонус реализуют. Тео, возможно, сейчас будет выходить через длину. А нет, это выход через мидл, а здесь Спарс по левой стороне мида, и, кстати, по нему информации вроде как еще и не имеется. А вот от него и минус есть, пожалуйста. Размен моментально также еще от Джеффри, это 2 в 3. Ну и Кипс вместе с Роузом вдвоем. Два парных девайса, Крисы и Уашки. Как же еще непривычно все-таки делить у нас, да, вот. И Крисы, и Уашки по отдельности, хочется сказать, что и то Крисы, либо и то Уашки, но все-таки это разные девайсы. Ну и пока что ситуация для Кипса очень неоднозначная. Есть первый минус, но и на этом для него все заканчивается. 1-0. Плейнги повели в атаке. Будем смотреть дальше, но я думаю, здесь уже ошибаться Куза будет, не будет иметь права вот так вот на длину, вот так вот вылетать в соло, конечно, беспечно не стоит против такого грозного соперника, как Playing Esports. Ну и смотрим сразу, как Куза у нас будет играть. Также на длине, но уже не так агрессивно. Буду ждать соперника, и, в принципе, даже агрессивного мида теперь нету. Спарс закрывается в закрытую под аплантом, Эдмайер под кишкой, первый этаж Роуз. Ну и, возможно, от Роуза будет исходить опасность в пользу команды Playing Esports. Посмотрим. Пока что у Роуза очень хорошая позиция на игровых автоматах здесь. Ну, Джеффри, если его не прочекает, будет беда-бедовая. Эту позицию довольно редко кто занимает. Да, и вот, пожалуйста, эта позиция реализована. От Роуза есть минус сразу же. Крисы свапает Роуз. И размен еще, точнее, минус от Эдмайера. Также был это 5 в 3, уже 5 в 2. Ну и у Тео со Стефана начинаются проблемы. Ну, Тео там, конечно, уже заметил первого оппонента. Есть информация по Эдмайеру. Эдмайер погибает. И Роуз трипл-килл в этом раунде. Отлично сыграно из-под первого этажа. 1-1. Ну и X-Qual'ам теперь по-хорошему надо брать много-много-много-много раундов подряд, чтобы далеко соперника не отпускать. А такое действительно возможно, что команда Playing Esports вырвется вперед. И причем не на один раунд, зная их агрессивный стиль атаки. Но пока что они действительно играют очень прагматично, очень медленно. В первом раунде это получилось, во втором, к сожалению, для них нет. Но это не означает, что это, в принципе, вообще больше у них не зайдет. Поэтому смотрим. Роуз первый этаж также. Эдмайер второй. Спарс опять же агрессивный мидл. И Куза длина, но более пассивна, чем в первом раунде. Ну что, а Skylake и Лос есть первый минус, а вот, пожалуйста, длина и падает. Первый, кто попытается разменяться, это Кипс, но он также падает и остается Роуз 1 в 5. Он видел Джеффри, не знаю, почему он по нему не стрелял. Джеффри теперь спокойно может ставить бомбу, но он принимает решение все-таки
на боковую свой взор обратить. 2-1. Без единого размена. Команда Эсквал проигрывает этот раунд, а плейнги молодцы, могут быть довольны собой. Они снова выходят вперед на слабой стороне на карте Бури в пустыне. Ну, а возможно, Эксквалу тоже будет играть проще на другой половине, нежели в обороне. Все-таки здесь мета меняется зачастую, и кому-то проще уже играть в атаке. От Лоса очередной энтрифраг по Эдмайру. Роуз остается один под первым этажом. Б-плент теперь будет укрепляться. И А-плент будет играть, наверное, больше в закрытую команду X-Qual. Все-таки вчетвером пикать агрессивно, наверное, нет никакого смысла. Иначе звено под Б либо под А не успеет спуститься по точку, под которой, соответственно, будут делать минуса команда Playing Esports. Если, конечно же, эти минуса будут. Джеффри у нас выходит под второй этаж. Дальше на кишке его Роуз будет встречать. И если Джеффри его не прочекает, то опять же Роуз свою позиционку здесь выиграет. Тогда добудет размены 4 в 4. Тогда уже будет от Кипса есть минус по Тео. Ну и Джеффри. Он ночью боится выходить под кишку, потому что понимает, что на втором этаже могут играть крисы. И он в этом прав. Выходит. И Роуз погибает. 19 хп остается у игрока по никнеймам Джеффри. Полетели первые прокиды под апленд. Но там Спарс еще на кишке. Про него тоже забывать не стоит. А еще Кипс имеется. Ой-ой-ой. А Кипс, у тебя же в спине Лос имеется. Лос просто выходит и штрафует своего оппонента. Это 3-1 за командой Playing Esports. Начало, конечно, обескураживающее для команды X-Qual. Надо подсобраться, парням. Оборону так проигрывать вообще не гоже. И это причем еще Тео сидит с нулем. И Стефан с одним фрагом, это как раз таки те игроки, которые зачастую больше всего и стреляют у этой команды. Вот разве что Skylake еще стабилен. Так, ну что, пик на лонг от Стефана. Пока что соперника не видит. Спарс играет. А это вообще закрыто, это вообще закрыто. Это файвчейнзов, понятно, здесь плейнги теперь до прямого контакта, на подступах к Али, к Б-планту никого и так и не заметит. Полетели первые хаешки, ну а здесь от Кипса у нас РБ. И, возможно, сейчас закроет кого-то на рекламе. Туда уже три игрока команды Playing Esports выбегает, и есть информация, что это длина. Но хаешка, к сожалению, для игроков файвчейнз не настигает никого на длине, это проходит уже под пески и тройку. И Джеффри здесь уже Кипса надамажил. Там Роуз еще на железе имеется, поэтому вроде как эта позиция смотрится довольно крепко. Ну и вот первый минус от Кипса с гранаты по Джеффри имеется. Ну вот сюда хаешка на пески залетает. И это минус также от Скайлейка. 4 в 4. Но здесь на железе еще Роуз. Уже занимает ближе позицию к боковой. А под Б плент пошел полностью проход. Тео погибает от Кузы. И никто, кстати, на быстрый размен не идет у команды Playing Esports. В этом, наверное, небольшая ошибка имеется. Роуз первого закрывает, ну а второго погибает. Это Лос. Лос на грибах живет. Очень мало хп. Стефан единственный фуловый игрок у своей команды. А здесь Куза на боковой. Да ладно, Лос просто при фаерме выходил. И Куза. Патроны качаются у Лоса. И там же приходит Спарс на хелпу. И в итоге Куза еще и делает минус по Стефана. 3-2. 3-2, X-Qual вроде как просыпаются. Но опять же, раунд довольно сомнительный был. Там и сами Playing Esports напортачили чуть-чуть в своих действиях. И X-Qual как-то вот пассивно принимали, довольно пассивно своего оппонента, когда уже те прошли под B-Plant. Взаимохелпы с песков не было. Как таковой, немножко поздновато по таймингу Роуз туда пикал. Возможно, ребята немного нервничают. Я, конечно, исключаю вероятность того, что Плэнги нервничают. Все-таки там опыт у этих парней. Пруд-пруди. Ну и первые прокиды сейчас полетят от Скайлейка. А куда они полетят? От Стефана тоже, кстати. Это в апленда, я так понимаю. Возможно, на погрузчик эти хаешки полетят. Или прям в сам сайт. Да, это в сайт. Ой, первая хаешка, конечно, залетела под железо хорошо, но вот вторая неудачно. А вот, вот это хорошая хаешка от Лоса. И будет проход в апленд. Так, Роуз будет встречать Джеффри. Джеффри погибает. Ну и первые размены имеются со стороны X-Qual. Спарс забирает Стефана под Скайлайк, как забирает Спарса. Это и также и минус от Кузы по Лосу. 2 в 3. Ну, Кипсу надо жить. Кипсу лучше вообще не подставляться здесь. А на Б-пленту у Тео будет ПВП против товарища Кузы. Если, конечно же, Тео его найдет, потому что там Куза вроде как тоже мацуется. Кипс подставляется. Кипс, куда ты, Кипс? Да ладно, Тео, а что сегодня с Тео случилось такое? Вообще Архан не попадает. За 6 раундов 0 фрагов, 0 к 5 статистику. Ну, прям откровенно не залетает. Ну, на второй половине, значит, залетит. Ну и у Стефана по-прежнему тоже один фраг. Здесь пока что Джеффри, Скайлейк и Лос тянут одеяло на себя и делают это пока что неплохо. Ну и 3 раунда в атаке уже имеется. Это как минимум неплохой показатель от атаки. И файвчейнзом... Ой, файвчейнзом, все, смотрю на эту приписку от Кипса и хочется сказать файвчейнз. X-Qual'ом по-хорошему надо забрать еще последующие все 2 раунда, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать на атаке.
На атаке, конечно, вы себя никогда комфортно чувствовать не будете, даже если у вас будет преимущество 9-0. Первые там парочку раундов, если вы сольете, то там эта вот уверенность уже может и закончиться. От лоса попытка пикнуть лонг, там Кипс играет в упоре с крисов. Первая хаешка полетела, но опять же, не докидывает в очередной раз эту гранату за машину Кипс. И в этом определенно есть ошибка. То есть эта хаешка явно не должна взрываться здесь, она должна падать за машину, чтобы соперника чуть дальше на рекламу отгонять, потому что обычно под такие гранаты игрок стройки, если при его наличии, он выходит и пикает игроков, которые убегают. Но здесь опять же выход под аплен будет у нас. Роуз готовится принимать. Там, кстати, уже проходит Тео, и от Тео есть первый минус. Ну и в кишке Роуз закрывается. Он все-таки закрыл игрока одного под никнеймом Джеффри. Кипс также на железе. И Кипс попробует пикнуть под Тео сейчас. Но там еще Роуз имеется в кишке, про него забывать не стоит. А плейнги, кстати, про него вроде вообще забыли. Поэтому Роуз может сейчас выходить и раздавать здесь пачки. Так, есть еще один минус от Тео. Тео. Один хп всего лишь. Так, Тео падает. Но Роуза моментально разменивает. Есть информация по Кузе. И Куза также отправляется до следующего раунда. 4-3. Пока у плейнга все очень хорошо. Но если еще и последний раунд заберут и будет тогда 5-3, то, знаете ли, дорогие друзья, ситуация будет крайне накалена для команды X-Qual. Так, ну что, это быстрый выход под лонг. И посмотрим, как с этим справятся игроки команды X-Qual. Полетели первые хаешки на контр-аркаду от Playing Esports. Кипс будет принимать у нас уже в упоре своего оппонента. Это Джеффри, но здесь только на гранатах пытался играть Кипс, за что и поплатился. Но Куза имеется, правда, это уже ситуация 4 в 1. Здесь просто плейнги прокатились катком по своему оппоненту. И первая половина заканчивается 5-3 в пользу азербайджанской команды. Я прошу прощения, только сейчас заметил, что плейнгом я не проставил азербайджанский флаг. Если вы там что-то писали в чате, я вот только сейчас заметил. Но, к сожалению, чат я пока что мониторить не могу. Вторая половина, дорогие друзья, смотрим дальше. Смотрим дальше. Знаете, еще какой момент довольно примечательный, что в ДЦ не играется у нас первой картой. Возможно, она будет второй. Я, к сожалению, не смотрел тоже пик, что напикали ребята. Но очень удивительно, что мы не видим первую карту ДЦ. От Кузы моментальный минус 2 на Аркадиме. Да, вот эта скорость. Вот эта скорость. Это X-Qual действительно решили удивить своего оппонента. Пока это получается довольно неплохо, но получилось лишь это у Кузы. А вот команда подхватит ли инициативу или нет. Там у Спарса всего 21 хп, остальные все игроки фуловые. Но здесь Тео. И Тео, я думаю, сейчас очень голоден по фрагам, потому что на первой половине у него далеко не все получалось, только в концовке. За раунд или за два до конца начало что-то получаться, начало что-то залетать. Но и Стефан здесь один под Б-плантом. Ближайший тиммейт это Лос, который играет на перемычке. И, ну, Стефану по-хорошему здесь, да, вот, ну, два фрага сделать, но эти два фрага сделать будет тоже довольно тяжело. И он будет смотреть только с просвета. А Тео есть все-таки минус. Да, по первым этажом это падает Спарс. И три игрока команды X-Qual немножко медленно начинают. Они сейчас всю информацию о себе уже выдали. И Тео будет играть железо. Да, с перемычки. И от Стефан также был минус. Эдмайер 1 в 2. Аук против двух оппонентов. Ну и здесь Стефан вместе с Тео, я так полагаю, вдвоем хотели пикнуть. Но все-таки здесь соперник пока что не показывается. И Эдмайер может воспользоваться вот этим тактическим просчетом команды Playing Esports. Но так или иначе, даже для него хорошо, что все-таки ему освобождают Б-плент. Эдмайер может спокойно пройти, поставить бомбу. А на железе есть кто? На железе абсолютно никого нет. И попытается, наверное, в спин туда уже выйти. А сейчас его Стефана услышал. Но Стефана все-таки погибает. И Эдмайер! От Тео залетело. И это, кстати, трипл килл от Архана. И вот он первый раунд в обороне уже имеется у команды Playing Esports. Счет на табло загорается 6-3 в пользу азербайджанской дружины. Но посмотрим, что будет дальше. Здесь очередной быстрый пик на мидл от Кузы. И уже пробегает Джеффри. Джеффри 47 хп погибает. Скайлейк дабл килл. Ну и, в принципе, размены равны. Ну, а вот уже нет. А вот уже нет. А вот уже снова, да, 2 в 2 на карте. Стефана Лос, Эдмайер Спарс. Кто кого? Лос уже здесь надамажил Спарса очень сильно, 31 хп, поэтому Спарсу здесь, наверное, первым номером действовать никак нельзя, хотя и у Эдмайера тоже 66 хп, он будет выходить по второй этаж, и Лос его все, Лос его нашел. Это дроп под первый, и Стефану должен идти помогать сейчас. Ну, Лос пока и сам справляется, ничего страшного. Спарс 1 в 2. И знаете ли, пока все кажется действительно не очень приятным и позитивным на второй половине для команды X-Qual.
Лос может здесь еще один фраг поставить. Сейчас по Спарсу, если Спарс все-таки пикнет мидл. Но Спарс должен по-хорошему идти под Б. Как правило, в таких ситуациях все игроки закрываются под А и отдают Б-плейн своему оппоненту. Ну вот сейчас Спарс это прекрасно понимает. Ну, Стефана идет его давить. И, кстати, Спарс вроде должен был видеть текстуру Стефана, который спрятался вот сюда, под эту позицию. И Спарс вроде должен сюда выходить префайр. Но Стефана был к этому готов. Был готов. 7-3 на табло у нас. И еще два раунда команде Plank Esports нужно в обороне забирать. Ну и знаете, потому как идет игра, кажется мне, что эти два раунда Plank Esports заберут. Они и сами, в принципе, любят мидл агрессивно играть. Но здесь и сквалы тоже подставляются, что, опять же, для них не очень хорошо. А Джеффри энтри фраг, там еще и дэмэдж по Кузе залетел очень летальный. Ну и Куза здесь постарается лоса закрыть, но не получается. Это Кипс, кстати, был, прошу прощения, но Куза пока жив, Куза жив, Куза опять же даблкил, у Куза единственное, что-то получается на второй половине, но это 2 в 3. 2 в 3, и у Лоса здесь крайне неприятная позиция. Спарс по нему вроде как плюс-минус должен иметь инфу, и Спарс к нему в спину будет выходить сейчас. Ой-ой-ой, сколько же игроков, да ладно, Лос! Еще и Эдмайера мог закрыть, у которого 5 хп, но на Стефана здесь возлагается очень огромная надежда потащить этот раунд. Ну и Спарс пикать, наверное, здесь лучше не стоит. Уйти лучше через кишку было бы более надежным. Ну, а Стефана пошел в спину. И он сейчас, кстати, найдет Эдмайера. Опа, здорово, пацаны. И там же второй, но Спарс все-таки берет раунды своей команды. Ну вот, пожалуйста, и партнер Кузи подъехал. Это Спарс, у которого тоже все минус, плюс-минус получается. И это пауза от команды X-Qual. Ну, не скажу, что она прям слишком своевременна. Ну, лучше поздно, чем никогда. Возможно, еще что-то получится как-то урегулировать у команды X-Qual. Но пока все довольно неоднозначно. Герман, ты ошибся, назвав два раза X-квалов чейнзами. Но знаете, дорогие друзья, вот все-таки не зря, да, я вот сетую на некоторые организационные моменты во время, да, вот предсезонов и так далее, когда собираются все капитаны. Я уже неоднократно говорил, что все-таки вот приятней и как-то эстетичней, когда у всех команд, да, одинаковые приписки, одинаковые клан-теги, одинаковые клан-эмблемы. Ну, то есть это действительно смотрится как-то дисциплинированно. Когда у одного там никнейм, там, условно, там, 5 Chainz, а у другого, соответственно, игрока команда X-Qual в приписке, ты волей-неволей так можешь во время какого-то быстрого флоу, как там, да, выразился молодой человек сейчас на ютубе, ты можешь это запутаться. Ты в такие моменты не совсем, то есть, да, уже обращаешь внимание на приписки, ты примерно понимаешь, какой это игрок, и ты просто на автомате уже читаешь. Поэтому немного иногда вот забываешься, как-то засматриваешься, и в такие моменты не всегда внимательно. Поэтому я всегда настаиваю на одинаковых никнеймах, приписках и так далее. Здесь Тео минус 2 оформил при заходе в Б-плейн. Кипс также его разменял 3 в 3. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Плейнки как будут выбивать, очень интересно. Пока что они сами не понимают, идти им прямо сейчас выбивать или чуть позже. Ну а бомбу уже Спарс устанавливает. И X-квалы готовы идти ко второму раунду. И знаете ли, если такой темп будет продолжаться, если у них получится отстреливать, то все будет хорошо. Кипс погибает от Джеффри. Это уже 2 в 3. А вот здесь хороший минус от Эдмайера. Эдмайер выдержал грамотно позиционку и попал очень грамотно, своевременно. Если бы просто первый спрей не залетел, то, возможно, был бы размен. И по Эдмайеру была информация, что он играл в районе ланга. И Лос должен слышать шифт. Лос должен слышать шифт! Да, и Лос его слышал. Но это не отменяет того факта, что он погибает. Так, ну здесь время. Эдмайер просто убегает через железо. Как же он классно тянет время! Как же он классно тянет время. Садится на деф Джеффри, но и здесь уже Эдмайер, конечно же, не даст раздефьюзить бомбу Джеффри. Ой-ой-ой, какой же досадный раунд Плэнги отдают. Это 2-2, еще становится 7-5. Ну что? Интрижка появляется на карте. Сейчас, правда, как правило, обычно, когда я такое говорю, сразу же одна из команд эту интригу просто-напросто убивает, там закрывает 2-3 раунда подряд. А как раз-таки Плэнгам 2 раунда и нужно. Это очередной выход под Б-плэн. Стефана минус 1. Роуз погибает также, это минус 2 уже от обороны. Кипс пытается там же еще дать размен, но также отправляется в небытие вместе со Спарсом. Вот, пожалуйста. Ну, только что сказал, но не... Как мне не убить? Как мне быть? Я
постоянно убивая интригу своими словами. Знаете, как вот говорят, ворон накаркал. Ну, также Герман на это самое наговорил, и все. Интриги уже, по сути, нет, потому что последний раунд плейнгам остается забрать. Так, ну и поехали. Поехали. Один раунд отделяет команду Playing Esports от победы на первой карте. Ну и Стефан. Опять же, на своей дефолтной позиции, кстати, не знаю, почему... Хорош! Вот... О, я не знаю, я Ванга. Только хотел сказать, почему его не прокидывают сюда, и сразу прилетает граната. Как же классно все сделали сейчас команда X-Qual, и хочется, чтобы они этот раунд, конечно, забрали. Но вот Джеффри нашел первый размен, но, правда, это один минус, это 4 в 3. И Роуз еще и выйдет в спину игрокам команды Playing Esports. Так, Куза. Куза есть минус, также от Спарса фраг, и от Роуза отлично. 3-3. 3-3. Хорошо. Миссия провалена. Правда, X-Qual нужно забирать два подряд, чтобы выходить на допа на этой карте. А Плэнгам достаточно всего лишь одного раунда. Ну что, выход под первый уже имеется. И, кстати, лосов, вероятнее всего, будут сейчас давить из-под первого этажа. Да, сюда Роуз уже вылетает, и лос. Лос есть первый минус. Ну, понятно, на кураже пытался Роуз. Он имел право на это действие. Он имел право, и если бы он сделал фраг, ему, думаю, никто ничего не сказал бы. Да ему и так никто ничего не должен говорить, потому что все-таки этот момент, по сути, должен быть, был реализован, но каким-то там личным... причинам, да, то есть не попал со спрея, да, то есть, скажем, не зашел контроль стрельбы. Ну вот зато у Кипса с Кузой все хорошо. Стефан еще обороняется здесь, его по сути должны давить здесь, но Сишка взрывается, минус Кипс, и Куза остается 1 в 3, а это означает, что победа команды Playing Esports, не выходим. Ну я вот думал, ну, играем. За такие выходы, я думаю, мы теперь просто выходить не будем, вот и все. Победа команды Playing Esports на первой карте. Спарс даблкиллом ответил, Эдмэр также еще один минус, но это 2 в 2. А так бы сейчас было 3 в 2 в пользу команды X-Qual. Ну что, Кипс, хороший минус по Стефану, который стягивался на мидл с Бэплэнта. А это означает, что Бэплэнт абсолютно чист. И Лост это прекрасно понимает. Лост. Лос. Прекрасно понимает, что соперник уже пойдет занимать позицию от Эдмэра. Очень интересный позицион. И Лос его видит, и да, это минус от Лоса. И бомба установлена, и Кипсу ничего не остается, кроме как идти и давить. Это победа! Победа команды Playing Esports со счетом 10-6. А я сказал перед началом встречи, что 10-5. Ну, извентиляйте, дорогие зрители, ошибся на один раунд.